ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Да хватит, хватит, успокойся! Ты что думаешь, я тебе мучаюсь с амигос, мазафакер? А что, если я мексиканская овечка, что ты усы мне не сбрела? Кай, делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан Джек и Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать «Не смейся» челлендж в Майнкрафт. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками, потому что мы очень стараемся, и чур я не первый. И чур я не второй. Да, значит я не первый, чур не первый, Ты идешь. Нет, ты идешь. Иди в жопу, иди ты, давай, вали, давай. Ну блин, это как нечестно. Ты смотри, хотел обмануть нас. Ничего не обманул я. Во-первых, даже если он хотел нас обмануть, я уже третью серию подряд первую. Вот именно. Бедный Игорь, бедный, жалко Игорь. Ой-ой-ой. Там костер горит, Эдисон, пожар вызывает. А чё там, чё за пожар? Пожарники! Ладно, Игорь, успокойся, мы готовы, давай. Давай, мы готовы. Ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, 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 тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Ла-ла-ла-ла-ла! Сумасшедший, ты не дурак. Он сумасшедший, это мы все знаем. Да, вообще псих, конченый. Подожди, а у тебя голова Стива была, да? Нет. А у меня Стива. В смысле, я тролль? Да, прикольно. Ладно, я понял, что ты тролль, хорошо. А если... Подожди, а ты мой скин сейчас видишь? Видишь мой скин сейчас? Ну это вижу. Это опять, это наш самый любимый, так я не понимаю. Привет, Саня. Саня! Да подожди, ну все хорошо, что видишь. Хорошо, что видишь, хотя. Я сейчас что-то не понял, Игорь, это... Так подожди, да нет. Это подготовка. И вообще, знаете... Самый жестокий киллер, убийца в мире, самый жестокий, всех на части рву, сын Рэмбо, Чикатило, понимаете? Чикатило. Какой я злой! Всех нахрен разору! Всем какой... Подождите, что меня не видно? Видно! Да я жестокий! Ты что, мне не веришь? Посмотри на меня, злой! Букашки! Какой черепа? Это Рэмбо! Крепяшки! Вы меня не злите, ты только на мою рожу посмотри, какой я злой, так что не надо. Да ты под спиной стоишь, куда ты уходишь? Видишь, какой я... А вы что, мое лицо не видели? Да видели, но ты поворачиваешься постоянно, дай посмотреть на тебя. Ну ты вообще, конечно, опасный. А чё, а у меня на затылке лицо или... Да? Я что-то не понял на самом деле, я... Ах ты ж вы паскуды, я спиной выходил и выходил. Я все время к тебе, выполняюсь, ты такой от меня отворачиваешься. Ты подожди там. Опа, да что это такое? Панк? Это тоже рэм? Рок? Давай. Рок! Да? Нет? А чё он молчит? Игорь, ты тебя... Пока. Не свезло, не получилось, поймайте с оценкой. Нет гитары в Майнкрафте. Сука, дайте поиграть на гитаре, блядь. Саня, потом домой, гитару нужно. Саня, давай, Саня. Что происходит? Какая гитара, вообще ничего не понял, ни хрена не понял на самом деле. Вышел, помолчал, сказал, что нет гитары. Поматерился и ушел. Есть блок. Сука, блядь, дайте поиграть на блоке, блядь. Да хватит, успокойся! Держи коней! Хватит этих коней, все, еще. Давай, Жека, твоя. Я уже иду. Мы ждем. Я карта! Игорь, ты это тоже видишь? Я карта! Ты дурак? Ты не карта! Ты не карта, дебил! Ты не карта! А кто я? Ты Стив! Ребята, подождите, вдох-выдох. В смысле, я Стив? Ты не карта, ты Стив, как у тебя скин не работает. А у меня карта. Я карта! Ты не карта, ты хрень летающая! Я карта! Это кричаю, хватит. Я карта. Хватит. Убери, пожалуйста, этот скин, а то у меня он на пол экрана, мало того, и ты Стив, у тебя просто скин Стива. В смысле, я карта? Прикольно. Скин Стива на пол экрана у тебя было, да?
Подожди, а что, то скины не работают или что? Ну, какие-то работают, какие-то не работают. Это мне не нравится, вот так вот. Хорошо, пацаны, пацаны, а вот это работает, смотрите, у меня все работает, все мышцы работают, все работает, видите, все работает. Работает? Работает, подожди. Давай, гантелю взял в руку, подожди, да подожди, это уходите, от паскуда, ты вообще не в моей тусе, уходи отсюда, подожди. Подожди, подожди, вы вообще знаете, сколько я качаюсь? Я 35 лет качаюсь, сама в детстве качаюсь. Знаете, что я накачал? Да знаете, что я накачал? Я накачал вообще друга на себе, Антона, Антошка, понимаете, второй подбородок. Опа! Накачал Антошка. Антошка, Антошка. Мы с ним копаем картошку каждый день, Антошка. 35 лет, сама в детстве качаюсь, сама в детстве. Накачал, понимаете? Лучший мой друг Антошка, Антошка, понимаете? Покажи, покажи Антошку, покажи Антошку. Опа! Ты дед бум-бум или что тут? Дед Мазай. Я, конечно, все понимаю. Я знаю, что ты учебу бросил. Бросил же учебу. Скажи, что бросил. С Антошкой поговори. Ты тоже бросил учебу. С Антошкой поговори. С Антошкой. Бросил учебу, говори. Да. Так, я ваш новый профессор, я профессор физрук, зовите меня Николай Николаевич. Так, значит, принимайте экзамен, давайте снимаем штанишки. Снимаем все штанишки! Я не могу снять! Так, хочу. Ты, конечно, слышишь, ты лысый, быстро лысый! Кто? Ты, Антош, ты слышал, как он нас назвал? Подожди, а это тесак или кто это? Или это педофил какой-то? Я профессор, сука! Это Игорь, Жека, ты чё? Не, подожди, по-моему, это педофил. Ты дурак, я профессор! Мне тоже такая... Да мы поняли, да хватит этих пипи! Засужу! Пипи свои, пипи! Ща палка! По жопе, смотри, по жопе хреначит его. Так, да. Прям вообще вот непонятно. Привет! Привет! А твоего как зовут? А у меня Антошка. Уэ, Степан! How the going, brother? Пипа! Миллион дизлайкс! Миллион дизлайкс! Если мы продолжим кричать, у нас реально на видосе будет миллион дизлайков. Миллион дизлайков! Лайкс! Миллион лайкс! Миллион... Да что ты делаешь? Get this video, hit million likes! Миллион лайкс! Держи, братан! Поехали, пам! Пудипай, пудипай, поехали, поехали, пудипай! Вези, вези. На самом деле, это шутка, никаких дизлайков не надо ставить. Лайки. Ставьте лайки, да. Миллион лайкс! Миллион лайкс! Миллион лайкс! Я голос сорвал. Это тоже Антошка? Я злой! Я злой! Понимаете, какой я злой? Это дебил, это дебил. Орал тогда. Брей меня. Ты меня по... А чё ты мне усы? Ты чё думаешь, я тебе мучаюсь, амигос, мазафакер? А чё, если я мексиканская овечка, чё ты усы мне не сбрил, а? Мазафакер, а? Я тебя всё понимаю. Хорошо, сейчас брею. Так, я знаю, что нужно тебе показать, Ты видел вот это? Опа-на! Усы сбрей, а ты чё, мексиканская овца, с***ка? Брей усы, мазафакер, давай! Мучачус овца. Мучачус овца. Ну, Антошка мне больше раз. Подожди. Оп. А ну, Антон, покажи Антошку, Антошку! Опа! На сельхозе копают картошку, копают грядки, что-то там культяпки. На гитаре и ходят культяпки с тренировки. И всю ночь сквозь кровь и пот. А почему всех Антошка есть? Пашет некрасовский коп. Оп! Некрасовский коп. Ребята, меня, короче, контузило, ребята, а тут овца, а тут еще и красовский коп, у меня глаза, дамочка, у вас прыщ на носу. У меня еще прыщ на носу, а тут еще свинья, а где овца, Да ты Антошка, Антошка. Антошка! Ребята, это вообще какая-то непонятная. Антошка!
Ничего я вам не хочу сказать, идите отсюда. Пацаны, у меня сейчас будет, понимаете? Что у меня будет? У меня сейчас будет самая трагическая сценка во всем мире. Самая трагическая. Подождите. Нет. О, Эдисон. Привет, Эдисон. Да подожди. Это технические работы. Я просто умру. Это для меня ванная. Нет, уходите отсюда, технические работы. Да уйдите, дебилы! Что он делает? Уйдите! Это моя ванна будет. Это непонятно. Уходите, уходите. Да встаньте на место. Ты до сих пор не слышишь? На место встаньте, дебилы. У меня микрофон выключен. Вы на место давайте. Я говорю, у меня сейчас будет самая трагическая сценка в мире. Вы что, не слышали? Нет, ревод бич. Ревод бич! Нет! Тихо! Давай! А, это терминатор, терминатор, я уже знаю. Да! Терминатор один! Терри! Да я! Сыпля! Подожди, я буду. Потанцуй! Так, мне кажется, подозреваю терминатор. Толкните, толкните, толкните! Там глубина маленькая, толкните! Я не могу, я еще маленький. Да толкни меня вниз! Турурен! Тан-тан-тан! Ты куда ты? Нет, ты куда-то. Тиририн! Да все, хватит строить этого! Помогите! Тиририн! Тин-тин-тин! Оп, да, оп, я, давай! Я хотел позвать своих ребят, давай. Понимаете? Я хотел позвать своих да. ребят, понимаете? Да. Мы понимаем, мы все понимаем. Давай. Пацаны, шоколад не виноват, отпустите его. Пацан к успеху шел, не свезло, не фартануло, понимаете? Отпустите шоколада! Шоколада, отпустите шоколада! Отпустите шоколада! Шоколад не виноват! Кошка, Антошка. Пацанские наколки. Ребят, подождите, знаете, что я хотел вам сказать? Последнее, вы последнее хочу сказать. Пацаны, я вас ненавижу. Я толстая и некрасивая, вот что хочу вам сказать. Поехали, прощайтесь. Стив опять, ладно. Не важно! Я дерево. Не важно. Я по-прежнему дерево, пацаны. Рыбак. Поставьте лайк, я, может быть, вырасту. А что, самое главное, все три видоса, и Антошке тоже лайк. Вы Антошку не видели всю серию, но они видели. Так что лайк на все три видоса, будет еще на серии не смейся, чели. Да. Да, и нужно еще также подписываться на наши каналы и на инстаграмы, да, Игорь? Согласен? И там колокольчики. Нажимайте на колокольчик. Колоколы заходите нужно. В инстаграм, лайкайте фоточку, подписывайтесь, и завтра утром 10-й айфон под подушку. Ну, мне так рассказали, короче, проверьте, может. Проверьте, возможно, да-да. Это правда, это правда. Спасибо всем за просмотр, всем дальше. Дебил, конечно, дебил. Дебил. Может, я не помню больше брать записывать, но совсем дебил. Дебил!